А вот тут уже будет посложнее. Да чего сложного-то? Просто нужно прыгнуть в тот момент, когда будет проход. Там вон и выступ есть. Подождать можно. Приветище, друзья! Продолжаем покатушки! Привет-привет, ребята! Привет, Шарик! Да, сегодня мы продолжим покатушки. В прошлой серии мы прошли первые 5 уровней. Сегодня пройдем оставшиеся 4. Всего 4? Тю! Да мы их щакобанчиками за 5 минут пройдем! Ну, посмотрим! Поехали! И сразу же нас встречает злой черный шар. И сразу же он отхватил. Ну и покатились сразу, кабанчик. Эй, я же не кабанчик. Так ты же только что говорил, что пройдем кабанчиками. А-а-а, ну это да. Тогда я кабанчик. Оу, а здесь у нас 2 крутящихся моста. Подумаешь там. И 2. Да, уж Шарик, единственное, что ты смог сделать кабанчиком, так это проиграть. Действительно, это было очень быстро. Я просто еще не разогрелся. Зачем же ты тогда прыгнул в воду охлаждаться? Да ну тебя! Что, не нравится, когда я тебя подкалываю? Ой, все! Понятно. Текс, до звездочек нам не достать, нужно пробовать сверху. Запрыгивай в тот момент, когда нижняя платформа выезжает. Ща? Выжду момент. И наверх, давай! Есть! Ну все, собирай звездочки и точно так же запрыгивай снова. Хорошо! Уже Шарик! Да не боись! Короб какой-то. Схожу-ка сначала позырю, что там впереди. А, вот зачем короб. Звездочку взять. Да ну, и так достану. А может и не достану. Тащи короб. Ну и для того, чтобы запрыгнуть наверх, он тоже нужен. И как же теперь? Тю ты! Нашел проблему! Вот так! Молодчина! Опа-на, тарзаночка! Ух, прокачусь! Ты, главное, про звездочки не забывай по пути. Это само собой! Какой-то короб. И снова пойду сначала позырю, что там впереди. Похоже, короб нужно вот сюда двигать. Но там же пропасть. Но там же есть какая-то доска. И что с ней делать? Так у нее же есть колесо. Есть. Вот и кати. Спасибо за капитанский совет. Пожалуйста. Только вот короб как на нее закинуть? Ты сначала прокати, а там разберемся. Все, прокатил. Че дальше-то? Короб же на доску не закатится. Вот смотри. Ну да. А, хотя погодь, я, кажись, придумал. Что придумал? Ща, короб перекачу. Нужно только попасть в уголок. Вот так. Оу, точно, красавчик Шарик. Ага, знаю.
Сработало. Толкай короб вперед. Отсюда не достать. Попробую сверху. Супер. Катимся дальше. О, квадратище. Вот тебе, негодяй. А звездочку-то не взяли. Ща возьму. Вот так. А теперь получай, второй злодей. Конфетка. Ты хотел сказать камень? Ну да, конфетный камень. Интересно, зачем он нам? Так ты дальше прокатись и узнаем. Еще один квадрат. Вот тебе. Похоже, что нам этот конфетный шар нужно прокатить дальше. А он перевешивает. Может, шар создаст противовес? Не-а. Никак не достать. Неужели запороли уровень? Да погоди ты, ща достану. Ну, попробуй. О, давай-давай, дружище. Есть, молодчина. Ну все, первый уровень пройден. Ох, какой длиннющий был. Вот-вот, а ты говорил, все 4 уровня пройдем кабанчиком за 5 минут. Ошибся чутка. Это кнопка впереди. Платформа приехала. Запрыгивай на нее. Да это само собой. Ох, высоко тут. Слушай, ты про высоту сказал. Я вопросик придумал для наших зрителей. Да? А ну-ка. Друзья, напишите в комментариях, на каком этаже вы живете. О, прикольный вопрос, Шарик. Ребята, пишите в комментариях цифру этажа, на котором живете. А если живете в частном доме, то пишите цифру 0. Нам с Шариком будет интересно почитать. Ну все, дружище, вопросик задали. Давай проходить дальше. Перепрыгивай на доску впереди. Ой, она крутится! Тюты! Она всего лишь качается немного. Это легкотня тогда. Ох, а это сильнее качается. Да все равно. Главное, что не крутится. Впереди звездочка. Допрыгнешь? Ща попробую. Эх, чуть-чуть не достал. Но тут короб есть. Видать, он и нужен, чтобы звезду достать. Аккуратнее, Шарик! Не столкни короб в воду! Отлично! Покатились дальше. Мосты какие-то! Непонятно зачем. Их же пройти очень легко. Черное брюхо! Вот тебе! Звездочка! А дальше куда? Походу, обратно на берег. Не достать. Похоже, что коробок нужно было сюда двигать. С него бы допрыгнул до верхней качели. Да я и без короба допрыгну. Наверное. Ну, попробуй. Ща, с раскачки. Получилось. Давай скорее на берег. Есть. Фух, Шарик, это было классно. Ага, мне тоже понравилось. Смотри, звездочка прямо над квадратом. Попробуй от него оттолкнуться. Понял. Не получилось. И что теперь делать? Давай позырим, что там дальше. Может, короб есть? Короба нет, зато есть злой шар. Пойдет. Вот с него и допрыгну. Эй, шар, ну где ты там? Во! Достали! Супер, покатились на финиш. Второй уровень тоже не коротенький. Ага, интересно, что будет дальше.
какая-то штука раздвижная впереди. Да, вроде ничего сложного тут. Ну да, начало уровня легкое. Квадратище. Получай, злодей. Ох, а вот тут уже будет посложнее. Да чего сложного-то? Просто нужно прыгнуть в тот момент, когда будет проход. Там вон и выступ есть. Подождать можно. А на выступе нельзя стоять. Ну и ладно, значит, без него перепрыгну. Ща, как откроется. Ой-ой-ой. Я же говорил, что это сложное место. Ну да, матерое местечко. Тут надо бы с разгончика. Стартуй сразу, как начнут открываться. Агась. Прошли! Ох, ё-моё! А это ещё что такое? Да уж, тут прямо уровень испытаний. Здесь нужно запрыгнуть в центр этого колеса. Да это и ежу понятно. Ну, так а в чем тогда сложность? Запрыгивай. Ща, тут главное прыгнуть чуть раньше. Опачки! Опа! Есть! Что дальше? Крутилки! Я такие помню! Были в одном из предыдущих приключений! Ага, было дело. Здесь нужно балансировать. Справишься? Ну, если не получится, тогда получится, но не сразу. О, Шарик, теперь ты капитан очевидность. Да не, то я просто тебя подкалываю. Ага, конечно. Супер! Вот тебе злодей! И ты тоже получай! И ты квадрат сейчас отхватишь! Эй! Ты его не плюхнул! Ага! Сам не понял, как так вышло! Эть! Другое дело! А вот и финиш! Последний уровень, Шарик. Наверное, самый сложный. Идем смотреть. Платформа! Эй, стой! Да вот же еще одна приехала. Запрыгивай. Тут надо все звездочки собрать. Сначала нижние, а потом верхние. Смотри, если я не качусь, то соскальзываю. Ага, вижу. О, злодей. Эй, да как так? Эй, ты чего? Все жизни потеряли. Да этот шар сразу две отнял. Ладно, ничего страшного. Мы прошли недалеко от начала уровня. Ох, Шарик, как у тебя ловко получилось. Ну так, я же профессионал. А-ха-ха, ну да, точно. Как я мог забыть? А вот и тот самый злодей. Сейчас тебе не победить, черное брюхо. Получай, негодяй. Здесь платформы выдвигаются из воды. Нужно успеть, пока они над водой. Ну, мне пока они под водой не видать. Поэтому давай. Скажешь, когда мне прыгать? Хорошо. Давай. Подожди. Прыгай. И на берег. И плюхай квадрата. Чё смотришь? Вот тебе! Тут еще и шар! Ты тоже получай! Каменная конфета! Пойдем посмотрим, зачем она нам нужна. Походу без нее наверх не забраться! Да не походу, а точно! Идем за ней, скидывай ее в телегу.
Ой-ой-ой, стой, конфета! Эть, катись обратно! Фух! Ох, Шарик, это было опасно! Да ну, все было под контролем! Ага, как же, звездочку не достали, надо вернуться! Да знаю! Вот теперь поехали! О, качели! Слушай, какие-то подозрительные они. Да ну, вроде обычные. Ну, не знаю. Ладно, пробуй. Хватай звездочки. Эть, ой, падает. Звездочка. Вот, я же говорил. Я чего? На другой стороне оказался? Ага. Вот, свезло так свезло. Но там сзади звездочка. Ой, да ну ее! Эй, Шарик, ну нет! Ой, да ладно! Вон уже финиш! Ну, Шарик, у тебя еще полно жизней! Возьми звезду! Эх, ну ладно! А, смотри! Я не утонул! Это потому, что ты стоишь на платформе. Спрыгни с нее и все. Ну все, дружище, уровень пройден. Осталось только победно докатиться до финишного флажка. Ура! Прошли! Ну вот и все, друзья. Покатушка с несносным красным шариком закончилась. Это все, что ли? Не-а, есть еще покатушки. В них мы сыграем в следующей серии. Клёво! Тогда до встречи! Ага, пока-пока, Шарик. Пока, ребята. До скорой встречи. Пока, Ребзя! До встречи на канале Игрули ТВ!